Чрезвычайно важно рассказывать нашим гражданам о том, какие истоки сегодняшних событий, как они заложены в истории, и почему сегодня так важно нам помнить вот, о своих предках, о своих отцах и дедах. Потому что история циклична, потому что сегодня повторяется многое из того, что уже было, и потому что нам важно знать, в чем же наша сила.